Привет, друзья! С вами Маргарита и Варя! Я Маргошина подруга. Да! Круто! У нас сегодня будет ролик про поп-иты! Да! Маргарита и... Она не на... Привет. Привет, скажи. Сим, на камеру скажи-то. И неужто же твои скажут? Это наш кот. Кот в шоке немного. Пока, мой кот. Это все на тебе нужно было. Пока. Бай-бай-бай. Не играла, кормила этого, как его, Тивода и это. Мы так не успеем видео снять. Ну ладно, давай. Пока Крыся из практики не пришла. Или из школы. Так, обязательно надо все взять, давай. Это я тоже беру обязательно, потому что это моя любовь. Ребят, короче, если мы не успеем доснимать эту часть первую, тогда мы выпустим сразу вторую. Потому что, ну, Варя хорошую идею придумала. Поэтому пока что у Маргохи сестра, у нее она на практике, и она может прийти. А мы сейчас идем в ее комнату. Она нас всегда не пускает и выгоняет. И если она придет до видео, и мы не успеем, то тогда мы снимем второе продолжение. Да, понятно. Да, вот. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ребята, ждите вторую часть, а мы пока что будем собираться с Варей. Пока! О! У нас миллион попыток! Да ладно, я шучу. Всем пока. Пока.